Да, и вот так. Давай, выходи. Там тот смелый, нас уже выходит. Там он был смелый. Так, пожалуйста, не заходите вот за эту линию, чтобы животные не пугали. Не ходите перед животными. Это пошла Бронка. Так, за ней смотрят все напряженно остальные тюлени. Сейчас мы немножко поможем, потому что она никто ничего не сможет. Сейчас они уже ясят себя, чувствуют безопасность. Вместо Финского залива, где они могут уже уйти в свободное плавание, примерно метров 20. Финский залив – это очень неглубокая акватория. Еще раз. Вот так вот ползком тюленям теперь нужно передать... Сейчас, как сказать?